Обычно египетские пирамиды окружены туристическими автобусами. Однако в результате политических волнений в Египте в последние несколько дней самое популярное туристическое место страны опустело. В беспорядки в Каире вовлечено уже более миллиона египтян, и власти страны огородили великие пирамиды в целях безопасности. Большинство туристических экскурсий отменено. Гиды, продавцы сувениров и все, чей доход зависит от наплыва туристов, говорят, что для них настали очень сложные времена. Обычно в такие дни много туристов заказывают поездку в повозке вокруг пирамид, фотографируются, но сейчас внутри никого нет, кроме полиции и армии. Они решили закрыть их. Пирамиды Гизы, одной из семи чудес света, находятся в 15 километрах от площади Тахрир в центре Каира, ставшей эпицентром мятежей. Хотя сюда шум протестов не доносится, большинство туристов сейчас достопримечательностями не интересуются. Они стремятся поскорее покинуть страну. Лишь единицы используют оригинальные способы, чтобы увидеть пирамиды в окружении только песка и погрузиться в их вековое спокойствие.